Строящуюся школу и садик посетил сегодня премьер-министр республики Рустем Марданов. Школа в западном микрорайоне на 1000 мест будет сдана в ноябре, а детский сад уже завтра примет 230 малышей. Полы подогреваемые, да? Полы подогреваются на первом этаже обязательно. В 2012 году президентом России был издан указ, согласно которому с нехваткой мест в детских садах в стране должно быть покончено. Стерлитамак требования выполнил, и вопрос очередей в городе закрыт. Садик за многоквартирным домом 70 на улице Артема готов к приему детей с 3 до 7 лет. В сроки уложились нормативные, которые требовал заказчика. Все работы завершены с хорошим качеством. Школа номер 11 будет одной из самых больших в городе, с современными классами и двумя спортзалами. Качество выдержим, потому что очень принимает голова, да. Жестко. Вот учитывая это, лучше не рисковать. Фасадные работы завершены, сейчас ведется благоустройство территории, асфальтирование, внутренняя отделка и сборка оборудования. Класс у нас планируется по 25 человек, 40 класс-комплектов. Для них готовится в районе 57 учебных кабинетов. Тысячи учеников наберут из выпускников садиков, а также из соседних 31 и 32 школ. Всего до 2020 года в Стерлитамаке планируют открыть 7 школ. Артем Ланягин, Вадим Ямансаров, Стерлитамак, служба новостей.